Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 25-го тура английской премьер-лиги Уотфорд-Брайтон. Встречаются 19-я и 9-я команда АПЛ текущего сезона. В матче предыдущего тура Уотфорд не смог отбиться в Лондоне от молотобойцев. Вестхэм имел преимущество, создал 3-4 хороших момента, но реализовал самый неочевидный мяч после простого удара Боуэна. Круглый за пределов штрафной, кажется, зацепил кого-то из защитников, а Фостер уже лег на газон, и в итоге мяч закатился в пустую голворот. Брайтон свой матч 24-го тура играл раньше с Челси, и он закончился 1-1. Очные матчи. В последних 10 очных матчах у соперников по 3 победы при 4 ничьих. 8 из 10 матчей были на обе забьют нет и 9 на тотал меньше. Уотфорд без побед над Брайтоном в последних 4 очных матчах. Уотфорд, несмотря на смену тренера, пока не дает результат. У Шершни 8 поражений в последних 10 матчах и только 2 ничьих. Уотфорд не забивал в 3 последних матчах. Дома Уотфорд выиграл только 2 матча и проиграл 8, причем последние 5 подряд, а последние 2 в сухую. Брайтон тащит сейчас серию с 7 матчей на обе забьют «да». 6 из последних 10 своих матчей «Чайки» отыграли на 1-1. На выезде у Брайтона 3 победы, 1 поражение, 5 ничьих на 1-1. Последние 5 выездов у Брайтона на обе забьют «да». В очных матчах команды почти все время играют на тотал меньше и обе забьют «нет». У Уотфорда очень сложное положение. Рой Ходжсон пока не может дать результат. В игре с Бёрнли команде не повезло с неназначением пенальти, а с Вестхэмом силы были очень неравны. С Брайтоном Уотфорду придется не просто, но полегче, чем с Вестхэмом. Должны бы здесь хозяева поупираться и постараться хотя бы не проиграть. Несмотря на то, что в очных играх в этой паре все играется по нулям, все же здесь скорее будет обе забьют «да». Уотфорд никогда дома не играл 3 матча, в которых бы не забивал. Брайтон очень любит сейчас 1-1. Но вот очередные 1-1 будут в самый раз на этот матч. Смотрим основные варианты. На ничью дают коэффициент меньше, чем на победу Уотфорда, поэтому тут запросто можно играть 1х за 1.77. Потенциально 1-0 на этот матч не будут такой уж большой неожиданностью. На тотал меньше дают очень скромный 1.63, на тотал больше 2.42. И тут все же, наверное, скорее будет низовой матч, но уж больно низкий коэффициент дали, всего 1.63. Он немножечко не соответствует рискам. Уотфорд дома чаще играет результативно в этом сезоне, но правда в основном за счет гостей. Брайтон на выезде не часто забивает более одного гола, поэтому здесь должны бы обе команды вписаться в 2 гола на двоих. На обе забьют «да» дают 2.04, на обе забьют «нет» 1.78. И здесь все же скорее можно ожидать обе забьют «да», который к тому же и коэффициент имеет неплохой. Подводим итог. На оптимальный вариант здесь логично взять обе забьют «да» за хороший коэффициент 2.04. На доходной при такой статистике Брайтона ничего не остается, как взять очередную ничью за 3.38. Что из предложено выбрать? Выбрать ли что-то вообще? Решайте сами. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.